Пакет возьмешь еще который. Всем доброго времени суток. Мы едем за Василием. Вчера написали мне в комментариях, не бросайте его. Но я вам так скажу. Никакой Павло не убивал бы этого Василия. Бабуся у нас вот она так пугает, что вот кто-то там, кого-то там, ну, такого бы никогда не было, потому что соседи все нормальные. Ну, это просто даже в голове бы не вложилось, что какой-то там сосед бы, Павло или там кто-то знакомый бы мог бы такое сделать. Ну, это просто абсурд. Поэтому не переживайте, с Василием ничего бы не случилось. Но мы его будем забирать, потому что прям вот для вас это очень принципиально. Я его заберу, не знаю, конечно, где он у нас будет, ну, в кухне летней, наверное, я его там поселю пока. Он будет заходить в дом на какое-то время, потом в летнюю кухню. Ну, в общем, как-то так решили. Вот, все, поедем. Фу, да я ж узнаю. Нет. Луна, ты остаешься на хозяйстве. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all мы приехали. Так, более не взяла. Там я взяла эти гординки, которые сняла в зале, постирала же руками. Ну, может, их надо лучше перестирать машинкой. Бабуси. Погода сегодня опять замечательная. Солнышко светит. Мы тут будем недолго. Заберем Василия и домой. Так, надо на ту сторону перейти. Так. У меня же еще, знаете как, у меня что-то сигнализация стоит. Если я, не дай бог, забуду ключи, автоматом закрывается машина, и ключи больше я не возьму. И тут надо будет только ломать, выбивать окно. Каким-то образом сюда влазить. Вот, так что вот такая у меня старенькая машина, но на сигнализации такой. Тишина, тут такая идиллия. Вот они, Линдочка с малышиком. Так, заходим. Что в этот раз? Что будет в этот раз? Не знаю. Давай. Так, Буля там стоит, уже звонится. Уже как войти, уже не помню, как оно открывается. Так, это кто? Василий? Василий. Заберем мы сегодня Василия, зайчика нашего. Пусть будет с нами. Все переживали за Василия. Никто тебя тут не тронул. Васюшечка, никто тебя тут не тронул.
Здесь будет стол. Сейчас попылесосим в другой комнате. Вот. Здесь стало посвободней. Много места. Солнечная комната, очень теплая. Ну что, Василюшек, как за тебя переживали все? Как переживали за зайчика? Меня укусил зайчик ваш. Чем такой злой? Укусили тебя, да? Так, ну что? Ну ничего, довольный. Он уже тут привык, он уже привык ко всем местным котам. Сдружился. Ага. Что, не дружился? Нет, конечно. Василюшечка. Только же мама их при мне побил. Василюшечка. Ну ничего, там нет у нас котов. Тебе некому будет там приставать. Такой довольный, так об ноги обтирается, так, ай, кусает, не надо! Я пошла обмылась, потому что с дороги, короче. Фух, вышла с ванной. Поставили уши сюда. Ай, ты зачем меня кусаешь? Так он меня кусает. За ногу меня, хватит, хватит, обтирается, а потом меня кусь-кусь выдаешь. Ты что, зачем ты меня кусаешь? Василий приучен есть корм. Прям накинулся на него. Я ему дала и кашу, и молочка. Нет. Не ест он такое. Не очень-то нравится. А корм все прям. Я тебе скинула все эти видео. Угу. Или довезли. Боялся так. Когда мы его первый раз от магазина забирали, он ехал спокойно. А сейчас как он ехал? Очень тревожно, мяукал. Так, тревожно. Сначала ничего, а потом... Смотри, как или, видно было. Или дорогу вспомнил, что мы думали к магазину назад везём. Короче, это явно что-то не хорошее воспоминание. Как смотришь? Ну да. Такой красивый, хороший. Никакой Павло бы его не убивал бы. Эта бабуся нас просто напугала. И мы знали, что бабуся... Ну... Пугает, конечно же, но просто уже думаем, ну ладно, все так хотят, чтобы мы забрали Василия. Да и нам тоже, в принципе, нужен котик. Вот. Пусть будет. Просто у нас такая сейчас жизнь, что мы тут, потом опять у бабуси можем быть. И всех придется назад возить. И попугая, и Василия. Гоша даже перестал петь. Что-то притаился там. Гошенька, Гоша. Гоша, 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 Гоша. Гош, Гош. А что с Гошенькой? Гоша, Гоша, Гошенька, ты мой зайчик. Ты не боишься? Ну ничего, я думаю, что... Никто тебя трогать не будет. Тебя высоко поставили. Ему надо отойти от стресса. Да, Василий? От стресса. Мы бы не дали тебя, чтобы тебя там кто-то убивал, зайчика.
Ты шо? Бабуся пошутила. Там все нормальные соседи, нормальные павлы живут. Нету таких хулиганов, которые могут убивать. Ну, бабуся шутница, ну, бабуся шутница, да? Теперь я тоже кушать хочу. Да? Ну, давай. Да. Ну, пусть Василий тут привыкает, отходит от стресса, а нам надо с машины позаносить наши вещи. Вот я еще там, ой, ну, прям там чуть-чуть нет, шорох, и он уже боится. Но я боюсь, он же такой шустрый, он может вот туда, кстати, прыгануть. И... Давай, я буду сама носить, оставайся под присмотром. А крабовые я не купила. Ничего не купили. Надо ехать в магазин. А сколько время? Первый час, 12. А сколько? Ну, 5 минут первого. Сколько? Уже поехали со мной? Да. Да? А Василия куда? В коридоре. В коридоре. Да там же у меня этого. Продукты есть немножко. Пойду в летнюю кухню, найду тарелочку для него. И сейчас в летнюю кухню его пока, потому что мы с Полей поедем сейчас в магазин. Мы не купили крабовые палочки, не купили хлеб, потому что везли Василия. А? Да не, в наш давай после поедем. Там есть и крабовые палочки, майонез купим. Вот, хлебушек там вкусный. Вот, а Василия надо в летнюю кухню пока, бо он на Гошу набросится. А Гоша стоит тут, он привык уже у Насти на столе. Когда я уезжаю, я и Лунку тут не оставляю. Максимально под присмотром надо, чтобы они были.